И вы знаете, существуют продукты, которые увеличивают воспалительные процессы в коленных суставах, межпозвонковых дисках. И есть продукты, которые, наоборот, воспалительные процессы снижают. Что провоцирует воспалительные процессы? Сладкое, соленое, сдобное, жареное, колбасы. Все продукты, которые задерживают воду и дают воспалительные процессы. И также помидоры. Аккуратно с помидором. Обострением поясницы или коленные суставы болят, голеностопные суставы болят. Уберите на период обострения помидоры. Увидите, как легче станет. Какие продукты включать нам нужно, чтобы снять воспалительный процесс? Те, которые содержат витамины группы В. Мне в директе напишите, я вам список скину. Продукты, которые богаты витаминами В, и обязательно те продукты, которые богаты никотиновой кислотой. Самый легкий способ. Вот начинает спина болеть, а вы где-то на дачном участке, нету аптеки. Берете пучок укропа, пучок петрушки, и вы съедаете укроп и петрушку, и через 20-30 минут видите, как спине и коленным суставам стало гораздо легче. Элементарные продукты, которые дренажат, огурцы, кабачки, все, что зеленого цвета, любая трава является противовоспалительным действием. Болгарский перец тоже туда же, там огромное количество витаминов группы В. Все, всех люблю, пока из Словении.